Кучкину. Все новобранцы на месте. Им предстоит принять присягу на глазах у сотен глаз. Трудно не разволноваться, ведь к этому дню они готовились целый месяц. Наверное, станет легче, потому что мы последний месяц все время занимались этой клятвой строевой. Надеюсь, больше теперь будем уделять время учебе. Школа нравится. Сам сюда поступал, хотел. Ну, у меня мечта с детства, потому что у меня папа военный, летчик. Я хочу стать, как он. В Монино воспитанники Московской областной общеобразовательной школы-интернат с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Покрышкина произнесли торжественную клятву на верность. Сегодня обороноспособность нашей страны и ее суверенитет зависит от вас и от тех, кто уже полностью овладел такой наукой, как наука побеждать. Но я очень надеюсь и верю в то, что война останется для вас только историческим источником знаний. Та клятву, которую вы дали, пожалуйста, реализуйте в дальнейшей практической деятельности. Я поздравляю вас с праздником и с принятием клятвы. Мы желаем вам, чтобы вы товарищество, дружбу настоящую пронесли через всю жизнь. И любая школа, она является школой мужества. И умение друг друга поддержать в трудную минуту, оно вам пригодится в жизни. Учиться им здесь 2 года. Пока что они еще 10-классники, которым предстоит пройти общеобразовательную программу. Но главное отличие – специальные предметы. Это аэродинамика, изучение конструкции самолета и двигателя, штурмовая подготовка, эксплуатация летной техники, поисково-спасательная подготовка и другие. После первого года обучения воспитанники пройдут летную практику, где впервые поднимутся в небо на самолетах и вертолетах. По окончании они получат аттестат о среднем общем образовании, а прошедшие практику – летную книжку, свидетельство и значок парашютиста. После летной школы многие выпускники обучаются в силовых структурах России и учебных заведениях гражданской авиации. Мечта – это самое главное, способности – это тоже. То есть надо быть, как же немножко сказать, фанатом этого дела. То есть, потому что условия проживания и так далее, это не домашние условия. То есть они находятся в большом коллективе, это умение строить свои отношения с товарищами. Это умение строить отношения, это в жизни очень большое имеет значение. В этот день провожали курсантов родственники. Среди них мама первокурсника Дениса Османова. Она признается, что для него полеты – мечта с детства, поэтому в школу поступил даже не раздумывая. Это моя гордость, моя радость, я очень волнуюсь. Сложно, да. Ну, как и везде, наверное, было сложно. Это все-таки волнение, конечно же. Все-таки 9 классов закончил ребенок. Воспитанники подготовили показательные выступления, которые продемонстрировали после торжественного ритуала. А после мероприятия продолжилось в Центральном музее военно-воздушных сил. Марина Позднякова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».